Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировский бизнес создал Совет рынка. Эта структура должна организовать диалог между федеральными и региональными торговыми сетями и местными производителями, рассказал порталу БН Киров вице-президент ВТПП Андрей Усенко. Члены Совета собираются заняться решением проблем фальсификата и появления продукции, не соответствующей нормативам. Также Совет планирует организовать встречи представителей ритейла с местными производителями, чтобы облегчить попадание кировских товаров на полки магазинов. По словам Усенко, кировчанам озвучат требования к продукции. К примеру, одно из условий X5 Retail Group – работа только с одноразовой невозвратной тарой. А многие местные производители отправляют свое молоко или хлеб в пластиковых ящиках или упаковках. Программа «Экономика». Кировская область в лидерах по числу малых предприятий. Росстат подвел окончательные итоги сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. В Кировской области информацию предоставили более 50 тысяч организаций индивидуальных предпринимателей. По их числу на 1000 человек населения Кировская область на втором месте среди регионов Приволжского округа и на 15-м по России. У нас таких предприятий 40,5 на 1000 граждан. Правда, деятельность вели немногим больше половины юрлиц и 84% индивидуальных предпринимателей. В данном сегменте было занято 205 тысяч человек. Вклад малого бизнеса в инвестиционную составляющую региона составил 18%. Такие компании обеспечили более половины выручки, полученной всеми организациями Кировской области. Экономика на 101 FM. Инфляция упала до 5-летнего минимума. В июле в годовом выражении она опустилась до 3,9%. Такого уровня аналитики не предсказывали. Центробанк сейчас ориентируется на инфляцию 4% по итогам года, пишут ведомости. К столь сильному замедлению инфляции привело резкое удешевление овощей и фруктов на 8,5% в июле и укрепление рубля в течение года. Но продовольственные цены трудно предсказуемо, предупреждают эксперты. Уже в августе может начаться рост, в том числе из-за начавшегося ослабления рубля. В Кировской области индексы потребительских цен приводятся статведомством пока только за июнь. Инфляция к этому времени составила 3% к декабрю прошлого года, 3,6% к июню 2016. В завершении валютах доллар сегодня 60 рублей 33 копейки, евро 71,69. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.